Интеллектуальной транспортной системы. Сегодня в Казани открылся международный научно-практический форум. В ее работе принял участие Рустам Миниханов. Два дня ученые-инженеры обсудят вопросы организации дорожного движения и транспортных систем в крупных городах. Татарстан встретил героя зимней Олимпиады. В международном аэропорту Казань приземлился самолет с Андреем Ларьковым. В зале прилетов его встречали родственники, друзья и болельщики. Лыжник завоевал серебро и бронзу Олимпиады на различных дистанциях. Школа в микрорайоне Салават-Купере должна открыться к новому учебному году. Там будут учиться 1224 ребенка. И она полностью покроет необходимость в учебном заведении для жителей первой очереди жилого комплекса. Сегодня журналистам впервые показали, на какой стадии находится стройка.